давайте нет навы, и я пойду подойду. Нет нава. Нет нава. Ну вот, блядь, лучшего занятия тоже не мог найти. Иди, блядь, мой посуду. Я, блядь, сам себе режиссер заебал. Ничего нахуй. Валяй. Слав, а что ты можешь сказать о своем занятии? О каком? Вот о сейчасшнем? О любом. Ну, вроде не ударяю в грязь лицом, конечно. Что-то еще? Да нет. Давай, варяг, заебал. Да, Славик, сегодня праздник, блядь. Сегодня праздник у девчат. Сегодня у летанцев. Где, блядь? Сегодня праздник у девчат. Все пацаны тусятся в доме. Опа! И ирокезы наши. Ирокезы. Ох, круто. Так а может чуть-чуть переделать текст у Фарика и переложить вам такой кабацко-шансонный ритм и все? Мы уже обсуждали. Военное положение может сделать кавер, тогда точно будет кабацко такой шансон. Чисто в нашем стиле, блядь. Кабаре нахуй. Ты маффин хочешь, Валя? Кого? Маффин. Шоколадный. Шоколадный или черничный? Бля, ебать. Любой. Шоколадный, ну, может, выбери, шоколадный пиздатый. Ты он черничный уже ел. Я не ел такой. Бля, реально, можно мне? Давай похаваем. Нет, блядь, не верно. Нихуя. Ты что это взял, блядь? Давай, нахуй, обратно. Ирокезы наши. Нет, реально можно. Нет, блядь, смотреть на него будем сейчас, блядь. Поставим, да? Блядь, очень щедро. Там тебе режиссер. Фестиваль не видно щедрости, блядь, охуеть. Бля, вот да, надо салат убирать всю хуйню. Пидоры, блядь, сука. Кто вы, блядь, шляетесь нахуй по Кремлям на целыми днями, блядь? Где параша-то? Какая параша? Мусорка. Ты меня спрашиваешь? Да. Не нашел. Не по адресу вопрос. Бля, заканчиваю, варяг, ёбаный год. Поэтому можешь считать. Да хуй простой. Ну, бля, я пришел на два стаканчика шампусика, бахнул. Хули на дорогу надо. Ну, понятно. Да, и знаем, в дупло уже были обе. Нихуя не Виспалево было пока. Если хочешь снимать Виспалево, то это Виспалево. Бля, аппаратор. А вот эту хуйню лучше не найти. Нормальный ли, блядь? Что с Наш
Мотор. Все, можно? Да. И в преддверии конфликта, который возник на почве интернет-споров, многоуважаемый Андрей Петрович собирается опиздюлиться на следующем концерте, который будет в Москве. Какие группы будут выступать? Очень мои любимые Поспокин, Рёд Бригейс, Эрцарт, Фоскал и очень на данный момент самая моя любимая группа Нормы Морали, Мазурин. Я тебя уважаю, чувак. Вот. Так вот. Вот. Так вот. Приглашаем ваш секс на концерт, короче. Ну, можем в хоре просто танцевать, когда не платить бат. Все равно Мазуры никому не снит, нихуя. Вот, а так вот. Тёмненький, фиговый, тем, блядь, мягкий, тем, блядь, девочек. А это второй гость Кировского разлива. Егор Яков. Варяг, ты же сказал, что там 57 секунд. Еще 30 осталось. Как так? Это мы всего 20 секунд вот разговариваем. Ты пиздишь, по-моему. Ну да, начинай. Так вот, второй вопрос. А как вы вообще ожидаете вот эту вот встречу? Ну, как, я вот не буду сам первый налетать, как я всегда налетаю на всех. А это? На рынок, короче, я спасаю на ВДВ, я налетаю, короче. Спасибо, это, только закройте мне глаза, когда будете выкладывать это видео, короче. Ладно. Вот, короче. А сейчас можно закрывать? Голос измените, короче. Я вам говорю, кажется, блядь. Но я бывает. А, это чё? Нет, не понял, блядь. Вы на глаза закрыты? Ну мы как? О, блядь, что дела? Мы приедем на концерт. Я бы связан с поводом, поэтому я говорю, я такой, не даю, короче, бля, блядь, чего, ты чё? Он мне 5 балла, блядь, я даже нож проступал. Вот. Покажи нож. Да. Не, очень палево, чуваки, блядь. Покажи нож. Там мои пальчики, блядь. Закрой глаза своими пальчиками. Может, тебе неделю на бокс походить? Не-не-не-не-не, прям есть специально такая, нет. Мой дай. Понимаешь? Ищем лопату, короче. Где лопата? А, лопата. Типа дымовая завеса, сейчас у меня, короче. Гоша запалил костер. Да ладно же, лопата тоже палит. Такой нормальный часик, да, не выдохшись.
Мидло. Мне, короче, бля, важно, какая персона, походу. Чё за хуйня? Бля, вот как ты вам не вижу, у меня вообще хобби перед хулюкой. Есть деньги, чё? Есть. Поел. Да, ладно. Не знаю, вот тут. Вообще нет? Нету. Расплата? Нету. Бля, я не знаю. Бля, ну нахуй. Ключ сразу есть. Это мы берем с собой. О, велик, нихуя! Доставай велик, чувак! Театр есть. Ааа! Сон! Да ладно, нахуй. Хозяйственный ключ был. Все, ваш. Кстати, я. Группу лиц призывать не знаю. Че? Я был подстрелен. До трёх лет. Не пойдёт. Мы будем драться потом стоять. Так вот учтите. Что? К очкам, походу, да? Бля, тут, походу, ему рулю пизда уже. По кругу только ездит. Давай, выгнуться. Кого едет? Бля, как нет. Идем раскачивать лодку, бросим. Посмотри в натуре, бля, вот он мак и конопля, кайфа море, а ты все проспитно. И где этот спиннинг, блядь? Ну, который должен был приехать с тобой. Умел бы ты просачиваться в окна.
Let's go back to the program! Get back! Get back!
Yeah.
солиста, что ли? Может, не будем ее? Завтра будет панк, а где-то не утал. Смотри, ну как ты? Вот ты, пожалуйста. Нет, это не как я, подожди. Сейчас будет. Давайте губу поймем, а? Губу поймем. Сейчас прям? Да. Что, я прям сейчас. Я тоже взял, если что, тебя угощу. Вы сейчас или никогда? Ой. Валер, всегда пригодится, если что. Всегда. На пришел кот. Давай. Ну давай. Так в Бресли ты умер, ты не в 90-е, Валер. Я знаю, что он в 90-е. Не в 90-е, а в 70-е умер. Бля, а при каких обстоятельствах? Я не знаю. Он травму какую-то получил. Не, вроде это, вот лозы как раз у него коробка. Прикинь. Да, ты, бля, пьёл, бля. Пьёл, бля. А Джеки Чан, слышь, как умрет? Я не знаю, сейчас понимаешь, там, на психологии. Да хуй так, в будущем не умеет, обидели. Им, мне перебелка. Или языком. Чё, панки ходишь, ну и отлично. Или чё там, как летал? Анал. Что ты скажешь? Да ты заебал, ходи. Ну ты, блядь. Сейчас дефорт сделай. Мой пас фотограф. Пиздец, завтра еще в роддом ехать. Жена меня рожает. А ты где жену нашел? Сами родил, почему назвал? Валер! Ну, не котом что ли ходишь? Бровкин, открой побольше дверь. Можешь ее снять? Вот так вот. Вообще. В раз видно. Либо вообще глухо. Ну там так короче, вот так вот рукой сделать. Закинуться. Блин, я такой ёбаный. Ну, может быть, если сейчас, конечно. Я просто взял заиграть какие-то. Может, уебанный просто такой пиздец. Да, ну, глаз вообще нету. Где их? Тебе глаза? В подвале, нахуй, валяются. Закатили? Да. Дурки, бывал у нас в подвале? Тебе нравится там краб? Не так. Нормально. Ооо. Время. Такие убили, я еще. Время 2 часа. Бля, я бы сейчас уже здесь, блядь, уже уебался. Только это снимай, блядь, давай сам. Куда, в сторону, что ли, ты уебался? Чего? Ты компромат на плечи на всех снимает, блядь.
сказал, ебать может тебя. Меня? Да. А еще? Не хочу. Все. Делай ход. Делай ход, ебал. Я все сделал, блин, я его жду. Борисыч. Бля, ну. Принимай. Принимай там силу мысли там сюда. Не получается точно. Ну сейчас так пухнет, наверное. И фигура такая подвинь. Жахма. Жахма. Че? Квантовый финиш, говорю. Вот, вот, она, вот. Это она и есть. Вторая как была. Ты не ходишь по моему, да, оттуда? Блять, я вот виноградную лозу не могу выпить до конца. Как там, где там вообще, блядь, пипец. Лоток, как пипец, чисто набрал такой. Просто смазался по венчику. По членам. Бутерат загнавшийся. Ну, правда, пошли. Слышь? Да? Бутерат все еще загнавшийся. Да. Пожди. Че, да? А че у тебя там, например, ну, в музыке? Ну, уже от начала до конца разложен, то есть есть время для слов. Есть время там есть для припева. Только одна такая. Да, а твоя просто музыка? Так просто музыка. Блин. Вот это что-то делить, придумывать. Аранжировочек. Ну да, да. Так назвал бы ты их. Я понимаю, у меня тоже, понимаешь, буквально музла, блядь. Я не могу это сложить, блядь, друг с другом. Что прям кровь из Я и понял тоже, ну, как я там сочиняешь музыку сначала, потом под нее там подбираешь слова там какие-нибудь, чтобы это, например, музыку с другой музыкой встречиваешь там, ну, мешает. Ну, ты этого делал, ты конечно торги. Я тему беру, потому что я торги. Похуй, давай, блядь, опять давай, баню сожги.